Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в городе Караганде. В 1949 году семья переехала в Астрахань. С 9 класса Владимир Стеклов занимался в театральной студии. В 1966 году окончил среднюю школу номер 66 города Астрахань. По окончании в 1970 году Астраханского театрального училища по специальности актер драматического театра и кино. Служил в советской армии, в музыкальном взводе ГКНа и ВВС им. Чкалова в Ахтубинске. С 1972 года работал в драматическом театре им. Островского, города Кинешма. С 1977 по 1982 годы работал актером Камчатского драматического театра в городе Петропавловск-Камчатский. С 1981 по 1989 годы Владимир Стеклов, актер Московского драматического театра имени Станиславского. 1983 год. Начал сниматься в кино. С 1989 года играл в театре имени Ленинского комсомола. С 1996 года работает актером театра. Школа современной пьесы. В 1999-2000 годах прошел подготовку к полету на станцию «Мир», но из-за недостаточного финансирования проекта съемки фильма «Тавро Кассандры» в космос не полетел. С 2000 года играет также в театрах. Русская антреприза Михаила Казакова, театр Моссовета, «Сатирикон», работает художественным руководителем театра, художественная школа.